Школа тьюторов Объединенного Королевства открывается в Иванове. На базе Центра профориентации и развития перспектива молодые люди будут познавать науку наставничества. Тьютор – это не просто вожатый, как принято считать, это и педагог, и учитель английского, и психолог. Это те люди, которые отвечают за все от и до. Вот. То есть как раз и ценность того проекта, который сейчас реализуется, есть в том, что мы готовим не узконаправленных специалистов, а мы готовим ребят широкого профиля, которые готовы, в общем-то, со всех сторон общаться с детьми. Всего попробовать себя в роли наставников вызвалось 29 ребят. Все хорошо знают английский язык и готовы общаться с детьми. Занятия с будущими тьюторами продлятся до мая. Если кто-то из них поймет, что лингвистический лагерь, в частности, или Объединенное Королевство не подходит ему, да, то с нашим сертификатом, я думаю, что любой из действующих лагерей на территории Ивановской области, я думаю, что они с удовольствием наших ребят возьмут на лето работать вожатым. Будущим тьюторам должно быть строго больше 18 лет, так как они будут нести ответственность за детей. Молодым людям предстоит изучить конфликтологию, педагогику, основы практической медицины и повысить уровень иностранного. Мне просто стало интересно, каково это – стать этаким помощником, этаким таким человеком, за которым дети будут идти. Плюс это отличный момент для изучения английского языка, для какой-то практики. Обещали психологию детскую, обещали еще английского, актерское мастерство. Это как минимум уже три вещи, почему я готов пойти. Для ребят быть тьютором также способ немного заработать. Труд молодых наставников, обещают организаторы, будет неплохо оплачиваться. Мария Попова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.